Начнем с происшествий. Утром на улице Боровой загорелся жилой дом. Пострадало 3 человека. Их передали медикам. Огнем повреждено строение жилого дома на площади 60 квадратных метров. К тушению привлекались пожарные расчеты Главного управления МЧС России по Республике Бурятия в количестве 24 человек личного состава и 7 единиц техники. Причиной пожара явилась неосторожность при курении. Вчера в Джидинском районе вспыхнул деревянный жилой дом. Площадь пожара составила 42 квадратных метра. В результате пожара изнутри полностью выгорел дом, уничтожено все имущество. Пострадавших нет. Во время пожара собственница находилась вне дома. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки. В Бурятии пассажирку силой вытащили из автобуса. Инцидент произошел 11 сентября на маршруте номер 420. Как сообщают очевидцы, женщина была пьяна. Водитель не стал церемониться. В Улан-Удэ пожилой водитель на Форде сбил пенсионерку. 63-летняя женщина получила травмы. Ее доставили в БСМП. В Бурятии задержали поджигателя Лексуса. Напомним, машина сгорела 10 сентября в поселке Багдарин. В ходе опроса потерпевшей и просмотра записей из камер видеонаблюдения была установлена причастность к поджогу бывшего сожителя потерпевшей. Мужчина пошел на преступление на фоне ревности. На него завели уголовное дело. Ущерб составил 900 тысяч рублей. Накануне в Москве обнаружили тело мужчины с отрезанной головой. Убитым оказался врач-травматолог из Бурятии. Подозревают в преступлении уроженца одной из среднеазиатских республик. По предварительной версии, причина – конфликт на бытовой почве. Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в Кабанском районе. Отмечается, что объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Пострадавших нет.